Уважаемые пассажиры, войдя в салон, не забывайте своевременно оплачивать свой проезд кондуктору. Прикладывайте бесконтактные смарт-карты к валидаторам на поручнях. Обращаем ваше внимание, что кондуктор имеет право проверять бесконтактные смарт-карты валидаторам-контролёрам. При этом поездки с карты не считываются. При контроле оплаты проезда льготными проездными билетами без фотографии необходимо предъявлять документы, удостоверяющие личность. Помните, что за уклонение от оплаты проезда штраф 500 рублей. Осторожно, двери закрываются. Следующая.